Товарищи, через несколько минут мы включим телевизионные камеры и микрофоны, установленные на Красной площади, где начнется манифестация молодежи 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.
советские люди, все прогрессивное человечество торжественно отмечают 30-летие победы в Великой Отечественной войне. В день всенародного праздника трудящихся Советского Союза здесь, у священных стен Кремля, собрались юноши и девушки Москвы, чтобы выразить сыновнюю благодарность, любовь и признательность великому народу-герою, народу-богатырю за его беспримерный подвиг. С нами вместе славные защитники Родины, чье мужество на фронте и в тылу не померкнет в веках. Они вступают сейчас на Красную площадь. Помним грохот огня, Советской армии и военно-морского флота, знамен комсомольских организаций города Москвы и Московской области стоять мирно! Знамена нести!
чудес. Священные реликвии нашего народа, опаленные дымом сражений, ободренные кровью советских солдат, знамена Великой Отечественной, знамена, которые поднимали в атаку, склонялись в память о тех, кто отдал свою жизнь за независимость родной страны. На Красной площади знамя дважды орденоносной комсомольской организации города-героя Москвы. Сотни тысяч комсомольцев послала столица на фронт. У комсомольских знамен лучшие представители молодого поколения москвичей, молодые гвардейцы-петелецки, удостоенные высокой чести быть сфотографированными у святыни советского народа знамени Победы. Ленинской партии уверенно идем вперед. И нет в мире таких сил, которые бы заставили нас свернуть с этого пути. Цветы, которые мы принесли к мавзолею, это символ нашей беззаветной преданности делу Ленина, делу, созданной им коммунистической партией. Yeah.
Четыре года битвы – это 1418 дней войны. 1418 дней невиданного героизма, стойкости и мужества советского воина. 1418 дней беспримерного самоотверженного труда тех, кто остался в тылу. И каждая минута, каждый день, каждый год из этих огненных четырех – это шаг за шагом путь к победе. Старшевы павших отцов, потому что на марше любой из бойцов, потому что привалы годам не даны, и о нас, сыновья, забывать не должны. Все, что мы защищали и вам защищать, все, что мы завещали и вам завещать, потому что свобода не знает цены. Вы о нас, сыновья, забывать не должны. Сегодня они передают в наши руки мирную цветущую землю, которую в грозный час отстояли своей жизнью. Будем же с честью продолжать великое дело победителей. Михаилу Вожакину, курсанту Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина Краснознаменного училища имени Верховного Совета РСФСР. Дорогие товарищи, нам, молодым воинам армии и флота, не пришлось видеть сожженные города и села, подниматься в атаку под огнем врага. Все это прошли наши отцы, все это испытал и мой отец, который в годы Великой Отечественной войны был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза. Для молодых воинов подвиг старшего поколения, победно прошедшего под руководством партии Ленина через горнило тяжелейших испытаний, является высоким примером беззаветного служения Родине. Мы стоим на страже завоеваний октября под боевыми знаменами, с которыми солдаты Великой Отечественной шли на смертный бой с врагом. Равняемся на доблесть фронтовиков, стремимся стать вровень с героями. Мы, сыновья Победы, горды высоким званием воина советских вооруженных сил. Наши руки крепко держат веренное советским народом грозное оружие. Наши сердца готовы к подвигу во имя Отчизны. Воспитанные партией, мы всегда помним о своем патриотическом и интернациональном долге. Советские воины со своими братьями по оружию, армиями стран социалистического содружества непоколебимо стоят на страже мира и безопасности народов. Помыслы и дела каждого из нас обращены к великой партии коммунистов. Нас, воинов, до глубины души взволновали слова генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, сказанные вчера на торжественном заседании в адрес советского солдата. Готовясь достойно встретить 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, мы неустанно боремся за высокую боевую готовность, осваиваем выкованную в боях за Родину науку побеждать. Мы заверяем Коммунистическую партию, ее Ленинский Центральный комитет в том, что советские воины всегда будут верными сынами социалистического Отечества, надежными защитниками нашей великой Родины. Народного торжества 30-летия Великой Победы мы, комсомольцы Москвы, пришли к мавзолею Владимира Ильича Ленина, чей образ для всех поколений советской молодежи был, есть и будет бессмертным. Мы на священной Красной площади. Отсюда уходили в революцию, в бой, к звездам. Здесь, в памятном 45-м, состоялся парад Победы. Сюда сходятся пути поколений, здесь бьется сердце эпохи. От имени юношей и девушек страны Советов мы обращаемся к родной партии, к великому советскому народу, к непобедимой Родине со словами сыновней верности и безграничной любви. Ленинский комсомол, вся советская молодежь горячо одобряют и безраздельно поддерживают внутреннюю и внешнюю политику родной коммунистической партии, творческую, неутомимую деятельность Ленинского Центрального комитета КПСС, его политбюро во главе с товарищем
Леонидом Ильичом Брежневым. Во имя процветания советской Родины, во имя нашего будущего, во имя мира на земле. Мир был завоеван в жестокой борьбе. В сердцах молодежи будет вечно жить память о тех, кто грудью защитил Отечество от врага и водрузил знамя победы. Героизмом отцов и дедов, сединами ветеранов и памятью павших, тишиной мирных рассветов, счастьем юности нашей быть достойными подвига народа, высоко нести знамя революционного и боевого мужества, по первому зову Родины-Матери встать на ее защиту. Клянемся! Победа принесла освобождение от фашизма порабощенным народам, открыла новые пути в борьбе трудящихся против колониализма, за демократию и социализм, стала грозным уроком силам реакции и войны, революционным братством борцов с фашизмом, пролетарским единством молодого поколения планеты, солидарностью с патриотами, поднявшимися против угнетения, крепить сплоченность молодежи в борьбе против империализма, настойчиво бороться за мир и социальный прогресс, укреплять социалистическое содружество. Клянемся! Главный творец победы – великий советский народ. Вдохновитель и организатор победы – коммунистическая партия, ее несгибаемая воля и мудрость. Партия подняла на защиту Отечества всю нашу многонациональную страну. Партия уверенно ведет советский народ ленинским курсом коммунистического строительства. Быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью, притворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся!
Советского Союза слава! Советскому народу, строителю коммунизма, слава!